Жители нескольких населенных пунктов Сухобузимского района теперь смогут выйти из информационного сумрака. Там установили вышки с 4G интернетом. Теперь в деревне Толстомысово, селе Кур и поселке Большие Пруды людям будет проще общаться с друзьями и родственниками, выкладывать фотографии, делиться полезной и интересной информацией в социальных сетях, учиться и работать онлайн, а также пользоваться всеми благами быстрого доступа к социальным услугам через интернет. Так жители Толстомысова много лет просили подключить их к быстрому интернету и голосовали за это всей деревней. По планам, в ближайшие 5 лет доступность связью обеспечит все населенные пункты края. Мы очень рады этому. Теперь у нас возможности стали большие. Ученики могут пользоваться интернетом. Мы можем заходить в госуслуги и какие-то заявления подавать через госуслуги.